Лизование это прикольно. Сейчас мы проходим слизование и попадаем на канал, который будет проходить далеко от города Дизье, в котором мы прожили сутки. Вот сейчас выровняется вода, и дальше мы поплывем дальше по каналу. Ну, в принципе, это начало нашего путешествия. Я надеюсь, таких шлюзов нам еще попадется немало, потому что зрелище довольно интересное. Вон туристы смотрят на нас и завидуют, как мы. Ну, на все про все слизование заняло около, если смотреть на хронологию съемки, около 3 минут. Чем-то, что очень даже, по-моему, немного. Сейчас закончится, сейчас. Вон там за нами кораблики стоят, уже ждут. Ну все, вода сравнялась, и мы двигаем дальше. Сейчас проедем Бизье. Все, отшвартовываемся и пошли.